Теплотрассу на пересечении улиц Галактионовская и Полевая проложили еще в 70-е годы прошлого столетия. Все это время только в случае порывов латали аварийным ремонтом. Где тонко, там рвалось, жители нередко оставались без горячей воды и тепла. Теперь все это в прошлом, латать трубы больше не стали, проложили новые. Данная теплотрасса, которая сейчас отремонтирована и будет проведена приемка выполненных работ, потому что она запитывает теплом многоквартирные дома, 4 дома, и теплом также будет запитан детский сад, который имеет огромное, конечно, значение в социальном плане. Новые трубы появляются во всех районах Самары, по всему городу перевооружают и ремонтируют теплотрассы. Контроль за ходом работы осуществляют профильные департаменты и районы. Первый заместитель главы администрации Владимир Василенко практически ежедневно проезжает по участкам, где сейчас ведутся работы по подготовке к зиме. Сегодня рабочий штаб посетил самые сложные и проблемные территории. Сложно, потому что здесь объект социальный. Здесь нельзя было ограничивать сразу, скажем, вычистить канал, убрать все 4 трубы и запустить. И вы видите ограничения, где протаскивали трубу, чтобы въезд во двор, въезд к садику, подъезд, он не был ограничен. Поэтому, сложность, но мы при любой ситуации должны в первую очередь думать о людях. По поручению главы администрации Олега Фурсова вся подготовительная работа к отопительному сезону должна завершиться до конца сентября. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.